Вот здесь у нас проветривается древесина, здесь хороший ветер на возвышенности. И дерево нельзя сразу после распила заносить в цех, оно там заплесневеет, поэтому мы его проветриваем и уже отсюда упаковываем и отправляем в разные города. Вот сейчас посылка собирается в Прокопьевск, несколько кругляшей уходят в Иркутск. И осталось еще 1, 2, 3 кругляша болотного кипариса диаметром 1,20 м, ребята. 3 штуки осталось. Эксклюзив. Берите, больше не будет. Когда в жизни еще вам попадется болотный кипарис? И несколько слэбов еще есть. И еще можем мишку дать погонять. Вон он там лежит, уже жиром заплыл. Все говорят, что мишка у вас плохо питается. Да он уже седло на него можно одевать, мне кажется. Да, Коль?